Ну что ж, всем привет, дорогие подписчики. Сегодня у нас будет летсплей в Майнкрафте. Это, кстати, у нас будет первая серия. Нужно придумать название мира. Давайте это будет выживание крипера какого-нибудь. Кто не знает, кто такой крипер, это раньше назывался так мой канал. Забейте. В честь старого канала, так сказать. Так, загрузка мира. Генерация ландшафта. Ё-моё, чё-то так лагает. Реально, посмотрите сами, как лагает. Ну, по идее, должно отвиснуть. Я же хорошим приложением для записи экрана пользуюсь, надеюсь. Если меня, конечно, не обманули. Должно сейчас отлагать, по сути. Оп, пещерка. Вы просто посмотрите, как тут лагает. Нет, по идее, должно отлагать. Хотя, знаете что, я, наверное, это все вырежу и покажу момент, когда это уже перестанет лагать. Просто посмотрите, как надо мной издевается. Я вырезал буквально 5 секунд этого видео и понял то, что здесь уже вроде как перестало лагать. Хотя, скорее всего, тут будет то лагать, то не лагать. Скорее всего, потому что это тупо бесплатная программа. В большинстве программ именно так. Или меня обманули. Скорее всего, это даже правда. Как это тупо не звучало бы. Ладно. Не будем о плохом. Нужно сейчас добыть дерево. Много дерева. Да. О, древесина упала. Разумеется, нужны доски. Из них делаем, по сути, верстак, потому что так надо. Вот, ставим верстак куда-нибудь сюда. Теперь делаем палки. Вот палки. Еще. Оп, оп. Теперь, разумеется, делаем кирку. Думаю, понятно, для чего нужна кирка. Тут каждый поймет, в принципе. Ломаем верстак, потому что я буду еще дом строить. У меня куча всего в планах. Но это пока что первая серия, не забывайте. Нужно накопать много булыжника. Потому что я буду строить дом, печку. Короче, всю классику, которую нужно строить с начала выживания. Уголь тоже нужно скоро добыть. Ладно, просто копаем камень. Ну что ж, 21 булыжник, 4 угля. Думаю, неплохо для первого раза. Так, ладно, теперь ищем деревню, скорее всего, потому что деревня – одно из самых главных вещей в Майнкрафте. Тут тупо, кстати, кто не знал, это версия 1.12.2. Тут можно легко найти деревню, там есть жители, а те в ту очередь придут очень хорошие вещи. Я не знаю зачем, но, скорее всего, я пойду в лес тот еловый, кто видел. Вот. Скорее всего, я там сделаю свой дом. Или хотя бы попытаюсь найти овец. Потому что мне нужна кровать. Опять лагает. Они тоже отвисли вроде как. Мне нужна кровать. Скорее всего, я... Точно, да, я иду в лес. Может быть, там есть овцы, потому что их тут тупо нет. А мне нужна кровать, сами понимаете. Это же выживание. Или под летсплей. Одно и то же почти. Короче, спустя 1 минуту шедевра поиска места для базы, я решил все-таки сделать меч. Опять лопата получилась. Почему я вечно промахиваюсь? То есть не промахиваюсь, а забываю, как сделать меч тупой. Так вот, мне нужны овцы, потому что мне нужно есть. Вы сами все понимаете, в принципе. В общем, собственно, я вроде бы как бы и нашел место для нашего первого дома. Хотя вряд ли это можно будет назвать домом. Скорее всего, какой-то заброшкой, типа, не знаю. В общем, нужно строить дом. А чего вы думали? Какой же летсплей без шедевра домика, который я построю в Майнкрафте? Поскольку некоторые не знают, но я очень хорошо строю. Прям очень. Доверьтесь моим словам. Короче, это было немного булыжников, в принципе, сами видите. Теперь можно продолжить постройку нашего шедевра домика. Нет, ну вы видите, просто я отлично строю. Хотя, скорее всего, отлично строю по сравнению с какой-нибудь заброшкой. Ведь реально, это на заброшку вообще похоже. Это дома нам тупо не назвать. Но поскольку мы люди экономные, опять лагает. Нужно экономить на ресурсах. Я, в принципе, планирую во второй или третьей части там сделать уже дом намного круче.
Если, конечно же, у меня руки до этого дотянутся. Но думаю, дотянутся, в принципе. В общем, я срубил то дерево. Теперь я делаю доски. Разумеется, я делаю верстак. Кстати, где тот верстак, который я ставил? Или вообще где он? У меня же было два верстака. Зачем я сделал второй верстак? Он у меня тупо в инвентаре был. Ладно. В принципе, самая главная ошибка. Хотя это даже не ошибка, это привычка. Наверное, все так делают тупо. Или я просто тупо не знаю. Хотя, возможно, я бред говорю. Так, ставим дверь. Потому что это должно быть хотя бы похоже на дом. Даже если это похоже на заброшку, все равно для меня это будет дом, запомните. Ну, конечно, конечно, говорит чел, который сам снимает Brawl Stars. Ладно, на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.